Здравствуйте! Рад всех приветствовать! Сейчас будем делать упражнения для укрепления бедер. Упражнения, которые я всегда делаю и всем советую. Бедра и поясница укрепляются и нам становится легко ходить, бегать, все что угодно, любые движения для нас становятся в радость. Для начала мы так вот давайте похлопаем вот так, чтобы здесь пришли живительные жидкости к нам, подтекли к суставам. Подвигаем вот так. Хорошо простучите вот здесь, где вот это, возьмите рукой косточку, почувствуйте ее, вокруг этого нее, вот так вот хорошо, прямо так раз-раз простучите. Впереди. Кто не знает, если вот здесь вот стучишь, это хорошо очень для лимфы. И вот так постучали, и бедра у нас. Не жалейте себя. И подвигали вот так немножко. О, все двигается прекрасно. Но мы это еще улучшим. И поэтому упражнение, которое усиливает именно. Становимся на одну ножку, переносим всю тяжесть. Эта нога почти не выключена, колено ровное, но колено не переключено. Вот так. Мы эту ножку заводим вот сюда. Стоим здесь. Ручка вот эта у нас внизу. Мы чувствуем, что мы вот так вот ее толкаем вниз. А это мы завели. Видите, у нас такой поворот. Чувствуем это место. Подтянутое, поворот. И вот эти мышцы здесь все напряглись у нас. И меру такую, знаете, когда не сильно, ну вот так сделали мы. И вот так вот спокойненько. И можете вот тянуть ногу, а можете поднять. Это такое дело. Неважно. И стали. И почувствовали вот это место еще раз. Вытянули его. И еще раз вот так. Раз. Ой. Ничего страшного. Так, 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 так. Потому что я в камеру смотрю, а не на себя внимание. И вот такая поза у нас. И здесь вот, вот так раз, раз, раз. Вытянулись. А теперь сделаем это же в эту ножку, на эту. Так. Я держу эту руку здесь, чтобы чувствовать, что происходит с нами. Это ручка внизу. Мы хорошо тянем ее. И раз, раз, раз. Возвращаемся сюда. Поворота вот этого нет. Стремимся к тому, чтобы мы ровно вот так вот шли. Вот так раз. Стоим на ножке. Стоим. Встали. И вытянули. Делали легкое такое движение, легенькое. Угу, все нормально. И делаем опять на эту ножку. Так. Все время стоим. Все время. Вес туда. Вот так в центр мы не переносимся. Стоим вот так. И так раз. Прям вытянули. Чувствуете, что вы на одной ноге это сделали. И стали. И на эту ножку опять. Стоим хорошо. И стали. Еще по одному разу сделаем сейчас. Ножка здесь, ручка здесь. Ровненько. Стали. Еще раз сюда. Стоим на ножке, стремимся к тому, что мы ровненько стоим. Не заворачиваемся вот так. Ровно вот так на ней. Все. Чувствуем ее хорошо. И так стали. Сосредоточенно. Внимательно будьте к этому. Сосредоточенно. Расслабленно, но сосредоточенно.
И теперь вот так вот раз-раз поделали. Именно поняли вот так. Раз-раз. Расслабили вот так. Потянули вперед вот эту косточку. Подтянулись. И расслабились еще раз. Понятное такое движение, да? Я думаю, оно вам понравилось. И сейчас мы сделаем просто еще раз для того, чтобы запомнить, как оно делается. Мы становимся на одну ножку, переносим весь всю тяжесть. И вот эту ногу уносим. И смотрите, главное не сильно туда это, а чувствовать, хорошо прочувствовать это. Когда прочувствуете, потом будете делать уже более осознанно, когда вы можете применить большую силу. Так, коленочко ровненько. Вот так. Вот и прекрасно. Мы освоили новое упражнение. Я хотел вам сказать, что самое лучшее занятие – это не когда мы что-то научились уже и просто делаем, а когда мы учимся что-то делать, это самая большая польза для нас, когда мы что-то учимся делать. И не стремитесь что-то сделать сразу и быстро. Наоборот, чем дольше вы делаете, тем полезнее для нас. И меньше вред мы принесем своему телу по незнанию. Поэтому все делайте осознанно, тренируйтесь. Вот такое упражнение я вам показал. Потом оно делается вот так, можно покрутить, так. Но это уже легко будет для вас. Любые движения для вас будут простыми и в радость. Всего хорошего, будьте здоровы!